Здравствуй. У тебя есть... Ты? Пропал один из моих гонцов. Я пос... Что, при... Не заб... Мне... Да... Стражников. О, да помогут тебе норны. Huh?
Женщина пишет о своем сыне, Грендале. Ему сплели жестокую участь.
Посмотрим, что тут ждет.
похоже на старый погреб. Пахнет прокисшим вином. Бочки еще полны? Вижу что-то внизу, но дотянуться точно не смогу. Колодец наполнился вином, и сокровище всплыло. Теперь можно достать. Друг, выглядит дорого. Неплохая находка. Thank you.
ты. Минь Уиф, Минь. Фарейн, Мисса.
ждет разгадки. Thank you.
сюрпризы ждут меня здесь.
проклятие! Стоит благодарности. Благодарности? Мой лучший бойцовский медведь погиб. Чем же мне теперь на жизнь зарабатывать? Скажи спасибо, что вообще жив остался. А, спасибо, твое величество. Век тебе благодарен буду за то, что обрек меня на нищету. Сейчас я тебя проучу. Засунь свое учение туда, где Один не увидит. К бою, мразь данская! Угомонив его, я сделал доброе дело. Thank you.
ловушка. Не стоит привлекать внимание. Иное место. Здесь есть некое внутреннее сияние. Здесь его свет самый яркий. Сегодня я узнал об ужасной глубине. После исполинов в царство Христовых состоялись великие битвы. Многие погибли в бою, еще больше в последующей катастрофе. Сегодня Господь велел мне отправиться за океан и найти дверь, за которой сокрыт его падший ангел. Во имя Господа. Аминь. Thank you.
здесь пронизана странной силой.
Загадка. Thank you.
точно как в Норвегии. Сигурд знал об этом? Закрыто. Но откуда-то слегка дует. Здесь есть другой проход. Слов.
Столбы, и в них внизу отверстия. Кто-то поместил сюда печать. Интересно, давно ли? Зовут Экскалибур.
тебя видеть, я... О чем? Мы с Бригиттой решили... Хотите пожениться? Да-да. Я так и подумал. Скажу честно, Эйв, и Бригит... Значит... Дай взгляну. А, неплохо, верно? Заслуга хорошего. Битва ждет. Мне пора. Славных битв, Эйв.